Итак, всем привет, и сегодня я сделаю маленький обзор на Starbucks. Сегодня я взяла карамельное фраппучино с экстра карамелью на своем креме. Мне понравилось, но я считаю, что это очень-очень-очень-очень сильно сладкий. И я бы убавила карамели, потому что это уже сильно сладко даже для меня. Однажды я брала себе шоколадное фраппучино с экстра шоколадом, из кофе еще с экстра шоколадом, и это не было так сладко. То есть я считаю, что тут больше сахара, чем вообще в чем-либо. Вот сейчас он выглядит так, когда я его перемешала. Когда я его только получила, он выглядел вот так. Да. Плюсы, минусы. Плюсы: вкусно, очень сладко. Минусы: надо хорошо размешать, потому что сначала, когда я его пила, он был очень горький. Очень. И, наверное, надо было просто размешать, но вот иногда отдает немного горечью. Это мне не очень нравится. Так, очень даже ничего. Мои любимые напитки в Старбаксе. Мне очень-очень нравится, у них есть чай, называется Passion Tea. Мне он напоминает наш русский каркаде. Очень даже похоже, только тот холодный. Что мне нравится еще? Мне нравятся такие фраппучино, только шоколадные. Очень редко я себе беру, называется напиток макияра. То есть это как кофе, но только там, по-моему, с кремом экстра и... или карамелью, или ванилой. Потом тоже редко беру себе iced coffee, то есть холодный кофе. Тоже считаю, что вкусно. И вот такой вот напиток. Я не знаю, как он называется. Девочка на Инстаграме прокомментировала, что он называется Sunrise. Но я, когда подошла в Starbucks и спросила про этот напиток, мне все сказали, что они понятия не имеют, что это за напиток. Поэтому я показала эту картинку, и они мне его приготовили. Я считаю, что вот это на сегодняшний день мой любимый напиток. Очень-очень вкусно. Это как Passion Tea, только с манго. С соком манго или что-то такое. Но очень-очень-очень вкусно. Я считаю, что это пока самый вкусный напиток у меня. Это фраппучино. Это маленький размер. Самый маленький, по-моему. Я сказала, он просто маленький. Он стоил 3,95. Да, вот и все. Я рекомендую его, если вы любите очень сладкое. Если нет, я рекомендую просто чай какой-то, Passion Tea или смузи. У них, кстати, сейчас вышли смузи, клубничная, есть гороховая, по-моему, и, по-моему, и точно есть морковка с манго. Я их еще не пробовала, если буду, то сделаю тоже на них, скорее всего, обзор. И если я буду пробовать только клубничное. В комментариях пишите, какой у вас любимый напиток, что вам нравится и не нравится в Старбаксе. Все, всем целую, чао, пока!